Привет, друзья! В этом видео я продолжу свой рассказ о природном парке Тервете. Сначала мы направились в город гномов. Этот городок находится недалеко возле смотровой площадки. В этом городке находится где-то пару десятков красивых домиков, в которых можно поиграть. Потом, пройдя через деревню гномов, мы пошли в самое начало, в парк бабочек. В этом парке есть где-то около 20 разновидностей бабочек. Также здесь есть маленький бассейн с черепахами. Кроме этого, в этом парке есть много всяких разных интересных вещей. Спасибо, что посмотрели это видео. До новых встреч. Пока!